Всем привет, друзья! С вами Елена. Заготавливаем сегодня смородину на зиму без термической обработки и варки. Сохраняем все витамины. Какая же это вкуснота! По нашему рецепту у нас получилось 4,5 живых витаминов на зиму, ароматных, вкусных. Соблазняю вас приготовить. Хранится такое варенье в темном месте, при комнатной температуре можно хранить. Подойдет к блинчикам, оладушкам, просто к чаю. Хорошо пропитать торт, пирог, друзья, это такое наслаждение. Смотрим и готовим вместе с нами. Посмотрите, какая у нас спелая смородина, ягодка к ягодке. Я ее хорошо промыла, дала стечь через дуршлаг и сейчас буду прокручивать через электромясорубку. Поставила крупную решетку. Включаю, поехали. Часть ягоды перекрутила, высыпаю сахар, перемешиваю. Продолжаю. Посуду для желе взяла эмалированную. Мешать лучше деревянной ложкой, чтобы посуда не окислилась. Высыпаю оставшийся сахар. Очень быстро, я сказала, за 3 минуты мы с вами приготовили чудо-заготовку на зиму. Свежую ягоду, смородину, богатую витаминами. Понравился рецепт? Поднимай палец вверх и подписывайся на наш канал. Буду помешивать в течение часа-двух сахар вместе с ягодами, чтобы полностью он растворился. Затем раскладываю по стерильным банкам. Баночки мою хорошо, затем стерилизую в духовке при температуре 100 градусов. Вот так, друзья, просто и быстро.